Олена береться до виконання другого правила і вводить обмеження на ігри. Сашик, ми ж договорились. Ми по новим правилам живемо. Виключи, пожалуйста, комп'ютер, я зараз прийду. Так і зробила. Сашко прощається, однак швидко відступає. Садись отуда. Що таке? Я зараз накажу. І дуже сильно за такі слова, ти мене зрозумів? Ти стара, я тебе правильно буду управляти. Тебе попросили вислухати спокійно, що тобі говорять. Ты можешь выслушать? Да я эти правила не буду исполнять! Говори, выполняйте правила! Не буду я! Саша, у нас проблема с компьютером, ты знаешь. Я не хочу ее слушать. Потому что ты зависишь от компьютера. Компьютер взял над тобой верх. Нам отказаться от компьютера надо. Почему это? Вот у тебя есть выбор. Эти правила идиотские. Нет, Саша. Я не выбираю ни то, ни то. Это ради твоего здоровья, правильно? Чи нахер на своё здоровье? Аби повернути бажане, Сашко вдається до шантажу та залякування. Что такое? Хочу выбраться из дома. Тебе помочь? Да. Помочь? Да. Да. Я сейчас помогу. Помочь? Да. Давай помогу. Потому что ты зависишь от компьютера. Компьютер взял над тобой верх. Нам отказаться от компьютера надо. Мама, сюда-ка! Мама, подожди! Да, мама! Саша, подожди минутку, я... Алё... Что? Смотри, Лена или Саша? Вседозволенности Сашка за компьютером покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Заклять! Чому я такий дурацький інтернет? Яка ж ти дура! Тоб ти здохла! У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацький виправдано! Мати не залишає спроб домовитися з сином. Тільки-тільки поручив дитину. Наті вам, не грайте в комп'ютерну ігру. По-любому прийде зі школи і буду грати. Вивіє, у нього так закусав, що у нього башка відпала. Матюки, убійства і голі сиськи. Зараз ви бачите. Окей-токі. Dear Mario, please come to the castle. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Если знаете, я хочу вам показать, там, где будет мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Какая же ты дура! Пошла ты нахуй, дура! Чтоб ты сдохла! Trick or treat! Да я эти правила не буду исполнять! Говори, выполняйте правила, выполняйте правила! Не буду я! You're the idiot! You should adjust your attitude! That's it! I'm leaving now! Я их не буду выполнять! Послали, штука, в жопу! Только-только поручил дец***. Нате вам! Если вы знаете, я хочу вам показать там, где будет мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Сейчас вы видите. Если вы знаете, я хочу вам показать там, где будет мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Сейчас вы видите.
Только поручил детей. Нате вам. Не играйте в компьютерные игры. Другому придется в школу и буду играть. Да мама! Какая же ты дура! Пошла ты на дура! Чтоб ты сдохла! Trick-or-treat! That means give us candy! Не играйте в компьютерную игру. Другому придется в школу и буду играть. Если вы знаете, я хочу вам показать, там, где будет мясо, мотыльки, убийство. Если знаете, я хочу вам показать там, где будет мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Заткнись! Какая же ты дура! Пошла ты на дура! Чтоб ты сдохла! Какая же ты дура! Пошла ты на дура! Чтоб ты сдохла! Du kannst dich an Kaba! Danke, 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 toll! Danke, 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 Я не буду выполнять! Пошла ты, шлюха, в жопу! Стану! Какая же ты дура! Пошла ты на дура! Чтоб ты сдохла! Только-только поручил детей. Нате вам! Не играйте в компьютерную игру. По-любому придется в школу и буду играть. Если вы знаете, я хочу вам показать, там, где будет мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Сейчас вы видите. Ой, как классно. Шоколадку купила, гадина. Взяла сама шоколадку. Та я эти правила не буду исполнять. Выполняйте правила, выполняйте правила. Не буду я. Чи нахер на своё здоровье? А я шо робить?
А що, мені дивиться, як вона їсть шоколад, його теж може хоче шоколад він. Задоволи мені, мені дуже шоколад. Каже, ти дура, пошла ти на дура, щоб ти здохла. Trick-or-treat. Так я ці правила не буду сповнять. Вони не виповнять правила, виповнять правила. Не буду я. Yes, it's me. No time to explain. Now please give me the candy. Надія, чого я? Чого я такий дурацький інтернет? І зібрідного моря. Ді моє сайті. І все. Sasha, you can't tell me what I can't wear. That is very disrespectful to a cosplayer like myself. You're talking like Pokebob One himself. Don't deny, you are talking like him. He told me to stop cosplaying Ash, and I bet he's been doing it to other Ash cosplayers. That's it. I am leaving. I hope your mum grounds you. Мама, давай слушай! I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese, and a large soap. Нате вам, не играйте в компьютерную игру. Yeah, right. Только-только поручил дец. Нате вам, не играйте в компьютерную игру. Я не хочу в виртуальний город. Нате вам, не играйте в комп'ютерну ігру. Я ці правила не буду сповнять. Вони не виповнять правила, виповнять правила. Не буду я. Нате вам, не играйте в комп'ютерну ігру. Я буду вистрілювати з пісцінник. Echte Gangster! Ja! Come here, motherfucking girl! Get the whole hand out, get the button off! Heia Güttele! Heia Güttele! Wenn einer gegen mein Bauch rennt, dann fliegt er 30 Meter zurück. Если вы здесь знаете, я хочу вам показать там, где будет мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Der Hackknopf als ein Hackknopf ist. So, gut, so. Так я эти правила не буду исполнять! Вони не виповнять правила, виповнять правила! Не буду я! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich bin hungry, ich will spielen! Надя, чого я? Чого я такий дурацький інтернет? І зібрідного моря! Ти стала, я ті правила не буду виправлять! Только-только поручил дец. Нате вам, не играйте в компьютерную игру. Каже, ти дура! Пошла ти на дура! Щоб ти здохла! Я прихожу в школу и даю уроки. И сколько у меня времени остается, я играю в компьютер.
И скажите, знаете, я хочу вам показать там, где будет мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Сейчас увидите. Тебя попросили выслушать спокойно, что тебе говорят. Ты можешь выслушать? Матюки, убийства и голые сиськи. Не ломай, что ты делаешь? Ты можешь выслушать? Саша, так не будет, ты понимаешь это? В вседозволенности Сашка за комп'ютером покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Так не будет, ты понимаешь это? Не будет, что компьютер верх над тобой берет. Your son needs to adjust his attitude. He refused to give my children and all the other children around here candy. Yeah. He even cursed at them, called them horrible names like cunt, faggot, and dickhead, told them to shut the fuck up, and slam the door right in their faces, just so he can play his stupid game. He only gave all the Halloween candy to his cousins, and one of their friends, except all the other kids. He told my four-year-old daughter to go find another house to get candy. She slammed the door in my face right before I could even finish saying it correctly. She called my costume stupid! Same thing for us. He said we were too old for our costumes. I can totally agree with you guys on that. He even told me I was too old to cosplay as Ash Ketchum. А що, мені її дивиться, як вона їсть шоколад, його теж може хоче шоколад, він. Задоволена, мені дуже шоколад. Мені дуже шоколад. Я дуже хочу шоколад. Get him! Саша! Саша! Так не будет, ты понимаешь это? Я не хочу по правилам жить! Так не будет, как было! Не будет, что компьютер верх над тобой берет! Этого не будет! Ты меня понял? Нет! Саша! Так не будет, ты понимаешь это? Так не будет, как было. Не будет, что компьютер верх над тобой берет. Этого не будет. Ты меня понял? Пока у нас эту неделю компьютерного телека не будет. Вон отсюда! Так кричать всю ночь! Вон отсюда! Я буду так кричать всю ночь! Вон! Нет! Давай. Нет. Иди отсюда. Иди и успокаивайся. Нет! Иди в комнату. Ты как себя ведешь? Вот так! Я сейчас пойду за ремнем, который я не доставала уже много лет. Не буду плевать! Сейчас я пойду за ним, Саша. Достала! We'll be right back.
Ha ha ha.